Как дома для престарелых, так и помощь на дому ⁇ две из 13 социальных услуг, предоставляемых местными самоуправлениями. Уход на дому включает в себя помощь в отоплении, приготовлении пищи, приведении в порядок жилого помещения и одежды, покупке продуктов и предметов домашнего обихода, а также помощь в других делах вне дома. Государство направляет все больше бюджетных средств и европейских денег на развитие услуги домашнего ухода. За последние 10 лет число людей, получающих уход на дому, увеличилось на 41%. В прошлом году услуги на дому получало примерно 8,5 тысяч человек. Однако Министерство социальных дел пришло к выводу, что реальная потребность составляет примерно 20 тысяч, то есть в 2,5 раза больше. В проведенном государственным контролем аудите больше всего вопросов, однако, не к местным самоуправлениям, а к самому министерству. В будущем не должно повториться ситуации минувшего лета, когда социальный министр собственным постановлением уточнила состав услуги на дому, предоставляемую местными самоуправлениями. Ведь не было сделано предварительной оценки, приведет ли это к дополнительным расходам местных самоуправлений. И хотелось бы получить от Министерства социальных дел ответ, на чем основывается их предположение, что услуга ухода на дому на уровне местных самоуправлений не оказывается в нужном объеме. Наш аудит этого не выявил. Государственный контроль проанализировал проблему доступа к услуге домашнего ухода с целью повышения ее доступности за счет имеющихся ресурсов самоуправления. В число проверенных муниципалитетов вошла столица и еще 9 городов Эстонии. Основной вывод – аудита госконтроля. При выявлении потребности помощь на дому оказывалась всегда. После обращения в муниципалитет люди без поддержки не оставались. Дома для престарелых и помощь на дому действительно очень связаны между собой социальные услуги. Эксперты убеждены, что при своевременном получении помощи на дому вопрос переезда в дом престарелых можно безболезненно откладывать много лет. В данном аудите уделено внимание именно уходу на дому. Но так как в этом году Министерство социальной защиты запустило реформу системы домов для престарелых, чтобы решить вопрос острого дефицита мест в них, мы будем пристально следить и за этим вопросом. По итогам аудита Госконтроль дал рекомендации как проверенным самоуправлением, так и министру социальной защиты. В Госконтроле уверены, что государство могло бы выделять дополнительные средства на уход на дому, а Министерство социальных дел должно подготовить полный отчет с причинами этой проблемы и путями ее решения. Илья Бань, Роман Васильев, Новости Таллина.